Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы разберем узорчик, вот этот вот, вот такая красивая сетка. Рукава для джемпера, которые я делала экспресс-мастер-класс. Что еще хочу вам проанонсировать? Вот я его вяжу, подробно снимаю, как это все дело, эту конструкцию. Так что вот это видео будет завтра, сегодня мы разберем отдельно саму сетку, вот для этого джемпера. А завтра уже сам джемперочек. Итак, сетка у нас вяжется за 2 ряда. Число петель должно быть кратно 2 плюс 1 петля для симметрии. Так, я набираю 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Первую кромочную снимаем, вторую петлю провязываем лицевой, далее накид, 2 вместе, накид от себя, 2 вместе, это важно, в лицевом ряду накид от себя, накид, 2 вместе, и последняя кромочная, и второй изнаночный ряд, первую петлю снимаем, первую петлю, вернее, кромочную снимаем, первую петлю провязываем изнаночной, далее накид к себе и 2 вместе изнаночной. То есть вот этот вот накид и петлю мы провязываем вместе. Накид к себе, 2 вместе изнаночной. Накид к себе, 2 вместе изнаночной. То есть начинаем мы просто петлей. И в лицевом и изнаночном ряду заканчиваем 2 вместе всегда. Значит, еще раз. Первая лицевая петля. В изнаночном ряду первая изнаночная. Далее пошли накид, 2 вместе. То есть всегда при вывязывании, вот следите, что у нас накид, а далее первая петля, это накид прошлого ряда, а вторая всегда как бы петля из вязания. Это чтобы просто не сбиться, да, если у вас, допустим, этот узор вы будете использовать не для вот этих вот рукавов, а для чего-то другого, и вам придется сокращать. То есть ориентируйтесь на то, что у вас всегда вот накид, а накид уходит как бы в 2 вместе, но он всегда должен быть первым. Не может быть вот так вот, чтобы первая была петля из вязания, а второй накид. Всегда накид первый. Тогда этот узор у вас получится, и вы не собьетесь даже при сокращении. Все, девчонки, на сегодня вот такое вот коротенькое видео, просто разбор такого прекрасного узорчика.